На Октябрьском проспекте автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автобусом. ДТП произошло 24 декабря в 16:20. Спецтранспорт двигался с Тракторной улицы в сторону Октябрьского проспекта. За рулем был водитель 1969 года рождения. Спецсигналы были включены, проблесковые маяки тоже. Перекресток автомобиль проезжал на запрещающий сигнал светофора. Там врезался в автобус Шенлонг, его водитель ехал на зеленый. От столкновения пострадала фельдшер скорой помощи. Девушка 1989 года рождения получила травмы. Помощь ей оказали амбулаторно. Сейчас по факту ДТП производится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Жители блокадного Ленинграда и его защитники получат единовременную выплату – 7 тысяч рублей. Такую меру поддержки решили оказать в честь 75-летия полного освобождения города-героя. Выплаты получат граждане, награжденные медалью за оборону Ленинграда или почетным знаком «Житель блокадного Ленинграда». Деньги выдадут однократно в течение следующего года. Но чтобы получить 7 тысяч рублей, нужно написать заявление и приложить копию документа, удостоверяющего личность, и копию удостоверения об одной из двух наград. Во Владимирской области зарегистрировано более 160 блокадников. Им с пакетом документов нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства. Вместо ремонта получили разруху. В Коврове жители многоквартирных домов обратились в прокуратуру после проведенного капитального ремонта. Люди жаловались на то, что после работы подрядчиков в квартирах начались проливы и провалы потолков. В доме разбились окна. Кроме того, надзорные органы выяснили, что в 6 многоквартирных домах Коврова работы по капремонту в срок не закончены, из-за чего многоэтажки оказались не готовы к отопительному сезону. Гендиректору компании-подрядчика внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура выяснила, что в 2017 году еще при отборе подрядной организации в реестр добросовестных строительная компания предоставила чиновникам поддельные документы. Информацию по этому факту передали в правоохранительные органы. Владимирский скульптор создал сказку изо льда. На фестивале ледовой скульптуры в голландском Цволе Илья Шанин представил работы по мотивам Поттерианы. У посетителей восторг вызвали ледяной Гарри Поттер, Дементор и Патронус Олень. Еще один фестиваль ледовых скульптур Илья Шанин посетил в Питере. Его темой было выбрано путешествие вокруг света. В результате владимирский скульптор изваял фигуру индийского слона с погонщиком. На масштабную скульптуру Шанин затратил чуть меньше недели. Изображение песчаных и ледовых скульптур, а также работы Ильи Шанина из бронзы и камня владимирцы смогут увидеть на персональной выставке скульптора в феврале. У Манцыгова снова золото. Владимирский борец привез золотую медаль со всероссийского турнира по греко-римской борьбе «Мемориал Тараскина». Абуязид Манцыгов выступал в весовой категории до 72 килограммов. Вместе с ним на победу в этой категории претендовали 30 борцов. Соревнования проходили в Москве 22 и 23 декабря. Из всех регионов страны на них съехались больше 240 спортсменов.